Всех приветствую! Меня зовут Чак, и в эфире ваш любимый Newsbox. Новая порция музыкальных новостей специально для вас на Russian Music Box. Будет очень интересно. Поехали! Куда отправилась Юлианна Караулова для съемок клипа на песню «Внеорбитные»? Как Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» готовились к презентации новой пластинки? Самое интересное об этом и не только узнаете через несколько секунд в новом выпуске Newsbox. Репетируем, не выходя из дома. Буквально на прошлой неделе Диана Арбенина презентовала свою новую пластинку «Выживут только влюбленные». Про саму презентацию мы расскажем чуть позже, а вот как проходила подготовка к важному событию и почему Диана решила сняться обнаженной для обложки пластинки, смотрите в нашем следующем сюжете. С самого порога Диана Арбенина предупреждает: «Осторожно, будет громко». И действительно, звук ударов по барабанной установке ошеломляет. Это музыканты так репетируют перед презентацией нового альбома «Выживут только влюбленные». Ну, это будет такой очень интересный, удивительный концерт, потому что мы его не заявляем, и, в общем, кто сможет найти, тот найдет. Придут только влюбленные. Потому что выживут только влюбленные. Одним движением руки гостиная загородного дома Дианы превращается в репетиционную базу. Впрочем, последнее время музыканты ее и не разбирают. Ну да, это вот мой дом, который я купила, потому что мне подарили собаку. Ну, сенбернара. Мне нужно было его где-то растить. Сенбернара не стало. Вот появилось. То, что появилось. Но мне кажется, это очень логично, потому что в доме должна жить музыка. Просто здесь удобно, и мы репетируем в ушах, ну, то есть вот в таких вот наушниках, которые нам позволяют хорошо себя слышать и никому, в общем, не мешать. Новая пластинка «Выживут только влюбленные» уникальна тем, что ее принято не только слушать, но и смотреть на нее. Ведь к эстетике оформления Диана подошла откровенно и снялась для нее в обнаженном виде. А почему нет? Выживут ведь только влюбленные, и все, понимаете, все один к одному, все один к одному. Я ничего не придумываю просто так и ничего не выдумываю натужно. Что мне пришло в голову, что мне показалось естественным, то мы и сделали. Если задуматься, то название новой пластинки «Ночных снайперов» побуждает к действиям. Ведь выживут только влюбленные. И если вам пока никто или ничто не полюбилось, то нужно срочно это сделать, иначе беды не миновать.